Раскрыта причина трупного запаха в квартире Марьянова. Специалисты по жалобам соседей вскрыли квартиру умершего 4 года назад актера Дмитрия Марьянова и выяснили причину трупного запаха из его жилища. Об этом пишет РЕН-ТВ. Соседка умершего актера пожаловалась на трупный запах из его закрытой квартиры. Спецслужбы вскрыли квартиру и выяснили, что источником трупного запаха в квартире, где уже долгое время никто не живет, могут быть трубы. Специалисты считают, что после того, как в Москве включили отопление, застойная вода дала неприятный запах, похожий на трупный.